Медицина лечит человека, а ветеринария – человечество. Эти слова академика Скрябина стали девизом областного совещания, приуроченного ко дню ветеринарного работника, которое состоялось в районном доме культуры. К слову, свой профессиональный праздник появился у айболитов всего 5 лет назад. Совещание началось с обсуждения промежуточных итогов 2019 года в области лечения животных. По сравнению с прошлым годом, ветеринарам удалось сократить случаи заболевания бешенством в регионе в 2 раза, что очень положительно сказалось на сельскохозяйственной отрасли. Мероприятие посетил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, который высоко оценил труд ветеринарных работников. Действительно, ветеринарная служба многие годы влияет очень сильно на развитие экономики Подмосковья. Без вашей слаженной, трудной работы ежедневной, конечно, невозможны все показатели и сельскохозяйственного производства, которыми мы в последнее время гордимся. В настоящее время на Ленинской ветеринарной станции трудятся 44 специалиста, силами которых обеспечивается ветеринарно-санитарное благополучие территории муниципалитета. Они обслуживают порядка 200 предприятий. С приветственным словом выступил заместитель главы муниципалитета Альберт Гравин. Он отметил, что специалисты ветеринарной службы стоят на страже безопасности здоровья жителей. Ведут эффективную работу по ликвидации болезней животных, наносящих огромный ущерб нашей экономике, такие как ящер, гриппа птиц, африканская чума свиней, оспы овец и коз. Хочется отметить плодотворный труд ветеринарных специалистов нашего муниципалитета. После обсуждения итогов спикеры затронули тему дальнейших задач ветеринарной службы. В планах сократить количество больных животных и людей общими болезнями через улучшенные методы лечения. Также в ходе совещания ветераны ветеринарной отрасли были награждены почетными грамотами Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.